в этом каталоге вкладка, почему-то она не попала под обзор, да? Но я хочу сказать, что здесь must-have вот этот наборчик. Он здесь называется подарочный, но здесь маленькие объемчики, такие набор мини-средств, вам в дороге пригодится. Смотрите, шампунь 50 мл, бальзам-кондиционер 50 мл, крем для душа 50 мл, крем для рук 30 мл, крем для рук и тела 30 мл и косметичка. Ну, прекрасный набор в дорогу, прекрасных средств нашей любимой давней серии ветерана Орифлейм «Молоко и мед». Это нужно брать обязательно, 499, ну то есть для консультантов это будет 400 рублей. Потом вот эта косметичка вам пригодится, когда закончатся эти средства. Флаконы тоже можете не выливать, а оставлять для дальнейшего пополнения. Так, здесь я вот тоже вам показывала раньше и раньше показывала вот эти вот. У меня нет именно из этой серии, но вот эти айлайнеры, они замечательные. У них очень хороший аппликатор, послушный, в меру мягкий. Ой, слушайте, а может это не так? Ну, в общем, у меня есть несколько из предыдущих коллекций айлайнеров. Я ими очень довольна. 179 рублей. Можете постарайтесь не упустить. И вот очень заманчиво для меня купить серебристые и золотистые туши по 129 рублей. Ну, вот как не взять? Хочу. Покупала вот эти два лака. Синий и желтый серии Стокгольм Варими. Что хочу сказать, желтый более-менее, синий загустевший мне попался. Вот имейте в виду, что такое может быть. Но 119 рублей, в принципе, не такие большие деньги. Вот этот лак серого цвета, лак база, но он предназначен для того, чтобы сверху на него нанести покрытие с эффектом каркелюра. И вот этот серый цвет, где он у меня? Он такой матовый финиш у него, но это не тот благородный матовый финиш, который вы получите, используя специальное покрытие, а это будет такой неровный, некрасивый. Если ногтевая пластина у вас не в идеальном состоянии, то вот этот лак все это не только подчеркнет, но и усугубит. Этот лак. Кисточка тоже полнейшая ерунда, вообще неудобно ее красить. Она вот почему-то вот так вот сразу вся распушилась. Нет. Рекомендую не упустить вот этот мини-спрей. Туалетную воду 15 мл, кстати говоря, Imagination. 229 рублей. Вот я постараюсь в этот раз купить все-таки. Мини-упаковка, это очень удобно. Так, что? Да, мини-спрей, это очень удобно, потому что вот, если вам не очень понравился аромат, то вам не жалко потраченных денег, и он вам, и вы не будете озабочены проблемой, куда деть эту туалетную воду. Но я не скажу, что этот аромат мне совсем не нравится, но иногда под настроение подойдет. Обязательно надо купить купальник. Вы видели, в каком я купальнике, если снимете за мной во влогах. Обязательно надо купить зонтик ребенку, детский зонтик кошки. Так, не устаю повторять, что вот эта помада, которая называется «Золотой соблазн», лучшая помада, одна из лучших. Очень рекомендую. Она вылечит ваши губы, если они у вас рассохлись, растрескались. Свою помаду. Такая замечательная упаковка. Видите, я все еще не закончила. Оттуда я достаю помаду кисточкой и наношу это. Так, продолжаем. Обратите внимание, на 86-й странице каталога есть вот такое предложение. Оно не очень заметно. Часть страницы всего лишь занята. Здесь детская зубная паста и детская зубная щетка. Они, в общем-то, стоят не очень дорого. 99 зубная паста и 139 зубная щетка. Бывает, конечно, и дешевле, но здесь
такое предложение, если купите набором и указан код набора, обратите на это внимание, то у вас будет еще большая скидка за 169 рублей. Вы купите зубную пасту и зубную щетку. Эту зубную щетку компания никак не пиарит, не представляет, а она, скажу я вам, такая милашечка. И это вы только понимаете только тогда, когда ее приобретаете, берете в руки, раскрываете и устанавливаете на ножки присоски прямо на раковину, ну если она у вас в таком достаточно чистом состоянии. Можно на стеклянную полочку, но можно в принципе на любую полочку, но что удобно. Вот у моей племянницы, которую я подарила, она стоит прямо на раковине, всегда в доступе и такая зовет ребенка: возьми меня в руки, почисти зубки, не забудь. В общем, очень хороший, очень милый наборчик. Ну а зубная паста с клубничным вкусом — это тоже никогда не помешает. И если зубная паста Optifresh такая же хорошая, как и пасты для взрослых, то это суперское предложение. Предложение для ног серии FitUp. Идет тоже несколько очень приятных предложений, таких милых аксессуаров. Вот набор вам для педикюра, состоящий из лопаточки, да, вот я не знаю, как эта часть называется. Ну, лопаточка для кутикулы, она здесь названа, такая резиновая. Резиновая, латексная, не знаю какая, силиконовая, пилка и кусачки для ногтей, заусенц, для кутикулы, вот. Что лично мое внимание привлекло. Ну, как-то пена для с эффектом легкого покалывания, я не знаю, стимулирующий мусс для снятия тяжести в ногах. Очень, говорят, прикольная вещь. Такие пузыречки лопаются с таким приятным звуком. Как снимает тяжесть? Верю, что снимает. Очень верю. Так, еще одно не очень заметное предложение. Как раз мы едем с невесткой в маршрутке. Я листаю каталог. Ну, не удержалась, не могу удержаться. Всегда достаю в транспорте каталог, начинаю листать. И здесь она попросила перчатку. Она попользовалась, видимо, моей перчаткой. Ей понравилась отшелушивающая перчатка. Она заказала, попросила, чтобы я заказала. Я говорю: ну, если будет в каталоге, я закажу. И в каталоге она есть. И стоит она 119 рублей, что само по себе очень демократично по нынешним ценам. Но смотрю, что же еще здесь представлено. В принципе, и гель для душа — это очень неплохо. Этот гель я использовала, он мне понравился. Мыло, оно всегда бестселлер, Oriflame мыло с массажным эффектом. Ну, мыло, выполненное в виде массажера, очень классная находка, которую потом стали использовать очень многие, но впервые я увидела это у Oriflame очень давно. Правда, конечно, эти пальчики, они смываются вместе с мылом, то есть они не продолжают оставаться до конца мыла, ну, не суть. А суть в том, что гель для душа стоит 339 рублей, мыло с массажным эффектом 139 рублей, а перчатка 119. Ну, и вот здесь показано, я думаю, а где же набор, это для чего, это просто так. Оказывается, здесь в уголке написано, что если закажете набор, то все купите за 359 рублей. То есть на 20 рублей дороже, чем отдельно гель для душа. Гель для душа очень приятный, там вот такие, видите, пузыречки разного цвета, ну, синего, по-моему, разных оттенков синего. Это такие микрокапсулки, они лопаются при... и наполнены они питательным кремом. Приятно. Ну, это, конечно, такой чистый эффект, как бы маркетинговый ход. Не знаю, насколько это является нанотехнологиями, насколько эти сферы являются наносферами. Но ход отличный, хорошо работает.
Опять-таки Imagination представлен с хорошей скидкой, но я вам рекомендую взять мини-упаковку, если вы не уверены, что вам понравится. Но вообще очень классный дизайн, мне очень нравится дизайн этого аромата. Сам аромат кажется довольно простым, надо попробовать обязательно. Вот опять-таки Naked Truth я вам показала, мини-упаковку. Ну, ее нет в этом каталоге, но дизайн тоже очень притягательный. Вот такой образ именно и диктует этот аромат вот этой блондинки с чистым голым телом. Но она здесь, правда, не голая. Так. По новинкам ничего не скажу. У нас как-то очень... Ну, мое внимание привлекает вот это колье текстильное. Это прикольно. Но гамма... Ну, в общем, довольно какая-то грубоватая гамма, но, наверное, это тренд нынешнего сезона в представлении шведов. Вообще, у меня сегодня мейк такой же, очень грубый, страшный. Нежная ретро. Вот эта сумочка очень привлекает мое внимание, если бы она стоила дешевле в два раза, я бы, может, задумалась взять. Ничего не могу сказать о кремах для рук в больших объемах, о средствах для ног. Так, за 300 рублей ваши потребители, а вы купите немножко дешевле, за 200 с чем-то, большие объемы шампуней. Так, у меня здесь есть пустая баночка шампуня для окрашенных волос. Очень рекомендую, классный шампунь. Вот просто даже не могу сказать никакого «но». Отличный шампунь. Также отличный шампунь. У меня, правда, гиперобъем, мегаобъем. Два в одном, формулы два в одном. Многие не любят формулу два в одном, предпочитают отдельно шампунь, отдельно кондиционер. Я люблю это не только из экономии времени, я поняла. Я вот сейчас... Используя вот этот вот объем, тот же шампунь манго и жожоба, девочки, мальчики, как же удобно им мыть. То есть, когда вы моете голову голым шампунем, не содержащим кондиционер, вот эти вот пересушенные краской волосы, краской, возрастом, длиной там не знаю чем, продолжают оставаться сухими. Вы вот моете, такое впечатление, что моете пучок соломы. И только после того, как вы напитаете волосы кондиционером, только после этого они у вас становятся живыми. А так, вот этим шампунем они сразу гладкие. Вы когда моете, они у вас уже шелковистые. И это приятное ощущение. Это очень удобно для мытья. Так, ребята, а также... Я хочу сказать, не проходите мимо вот этого шампуня. Ой. Геля для душа, это скраб для тела называется. Вот он, большой объем, 400 мл. У меня мега объем, 750 мл. Боже мой, как же я довольна, как я счастлива, что наконец-то не упустила эту покупку. А если вы хоть раз попробуете, вы все больше не оторветесь, я вам гарантирую. Вот насколько я невысокого мнения о... скрабе для лица Малина, настолько же я, нет, в гораздо большей степени, высокого мнения об этом продукте. Это великолепный скраб, он чувствуется, вот скраб, он скрабирует тело, он отшелушивает отмершие частички вашей кожи, освобождая ее от лишнего, обновляя вашу кожу. Но аромат. Малина и мята. Вот он совершенно не зря так назван. Это такая бодрость. Он прямо так вот вставляет. Так. Вот слово «вставляет», оно очень точно характеризует это действие этого аромата. В общем, очень рекомендую, не пропустите. Так, он стоит 249 рублей. В отличие от остальных вот этих продуктов по 400 мл, которые стоят 219, он подороже, но он того стоит. Очень рекомендую. И уж, конечно, не пропустите, когда будет вот такой мега объем.
если у вас семья большая. Да если вы один, вы нисколько не пожалеете, что взяли этот гель для душа, этот скраб. Так, пляжи Майами тоже, несмотря на некую сладость этого аромата, он все равно тоже очень бодрый, свежий. Тоже рекомендую. Это шауэр гель. Это бывает такой скраб еще. Но тот скраб немножко понежнее, чем вот этот. Этот скраб очень мощный. Нет, или я путаю? Нет, тот скраб тоже. Но просто вот это бодрящее действие так сочетается с отшелушивающим. Вот прямо в тему. Мыло Анкор я, конечно, не пробовала. Мыло Анкор — это якорь, да? Так, как по-русски называется? Морское путешествие называется. Какая формочка? Красота. Кто мыло коллекционирует, не пропустите. Тут не пропустят. Я просто хочу показать, что оно еще не просто. Что оно очень рельефное. Ну да ладно. 59 рублей. 75 граммов. Так. Есть у меня дезодорант. Вот этот с серебристой крышечкой, кажется, который называется «Без белых следов». Invisible, да, кажется. Что я хочу сказать? А где он у меня? Я ведь его приготовила, да? Приготовила. Дезодорантами я пользуюсь. У меня нет такой проблемы очень сильного запаха в отдельных местах. Очень привлекает вот это предложение. Это набор со скидкой 45%. Это новинка, как будто бы, по-моему, где-то я видела. Три продукта по 30 миллилитров, то есть такие небольшие тюбики. Sugar scrub, сахарный скраб абрикос, разглаживающая маска голубика, blueberry или черника. По-моему, это у них одно и то же. И какой-то гель, видимо, увлажняющий, арбуз. Боже мой, какое предложение суперское. Я вообще обожаю фруктовые ароматы. И вот эти продукты, которые нужны, без которых летом не обойтись. Еще коробочка, кажется. Суперское предложение. 249 рублей. Вот. Постараюсь не упустить. Так, ну все, на этом обзор каталога закончен. Если вам был полезен и приятен мой обзор, не забудьте отметить это соответствующим знаком, ставьте лайки. Ну, если не понравилось, ставьте дизлайки, мне тоже это нужно для статистики. Задавайте вопросы, комментируйте, дополняйте меня, пусть зрителям будет полезно, пусть ориентируются не только на мое мнение, но и на ваше. Я всем желаю приятных покупок в текущем каталожном периоде, а также красоты, здоровья, счастья, удачи, успехов во всех делах. Пока-пока, с вами была ваша Алина. Да. Ну, тебя не видно? Покажись, не видно, посмотри на себя. Давай, говори. Пока-пока. Пока-пока.